Ямал демонстрирует экономический рост. Федеральная служба государственной статистики провела оценку социально-экономического положения региона за январь-май 2013 года. По итогам первых пяти месяцев в округе добыча природного газа и нефти составила 239 миллиардов кубических метров и 9 миллионов тонн соответственно. На 60% возросло производство и распределение электроэнергии. Сельхозпроизводители реализовали больше овощей, скота и птицы. С января по май организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков в округе, построено 1094 новых квартиры. Кроме того, населением за счет собственных и заемных средств построено больше 9000 квадратных метров жилья. Это хорошие показатели, отмечают в правительстве региона.